Благодаря федеральному проекту «Комфортная городская среда» в Архангельске появится еще один сквер рядом с пересечением улиц Воскресенская и Тимми. Наводить лоск начнут уже через неделю. Заменят бортовой камень, благоустроят тротуары и газоны. Подрядчик также установит современные светильники. На сегодняшний день произведены демонтажные работы. Ведется завоз материалов на объект. Все малоструктурные формы, освещение уже закуплено. Прогуляться по новому скверу жители Архангельска и гости города смогут уже в середине октября.